Всем здорово, танкички и подписчики, я вам желаю приятного просмотра, лучшего денька, лучшего настроения и возьмите печенюшки, сосиски, сардельки, кто что любит и кто что кушает по утрам. Короче, всего вам самого лучшего и пишите комменты, что вам выпало с нового розыгрыша на танк 8 уровня. Капец, он уже давно не новый, но почему появляются опять, ребят, такие розыгрыши? Ну, по крайней мере, чтобы вы заметили, этот розыгрыш появился не на 2 дня, а на 3 дня, поэтому это уже что-то более-менее стабильное от тех предыдущих, что были. Так что, ребят, приятного просмотра, всего лучшего. Наша задача максимально сделать что-то крутое, выбить что-то прикольное. Я вообще не знаю, как это сделать. Но, конечно же, на самом деле я знаю. На секундочке это все работает. Так что, ребят, смотрите. Раз, два, три. Погнали! Фух, что же сейчас будет, ребята? Никто не знает, но я верю, что все получится. Вау, 50 тысяч серебра. За... Получается, сначала идет открутка, как всегда, потом подкрутка. Погнали. Кстати, ребят, приятного вам аппетита, потому что я вам дарю сок. Знаете какой? Персиковый. X5 10 штук тоже хорошо. Хорошо. Раз, два, три. Ну все, не отвертитесь. Кантосы сюда, мистики, либо собери все. К сожалению, ребят, кантос дали, но не тот. Раз. Нет, давайте посмотрим сначала шансы. Шансы на собери все 21% и 6%. Так, значит, мистический контейнер почти 5%, точнее больше даже. Хорошо. Раз, два, три. Поехали. Я потратил почти все золото, и мне не выпало ничего пока что годного, однако... Надо просто верить, танкисты. Это невероятно. Я до последнего верил, ребят. Жесть. Мне тупо главная награда на основу. Чего просто? Ой. Так, ладно. Ну, премов тут, конечно, меньше, чем коллекционок, ребят. Так что просто желаю вам удачи и надеюсь, мне будет коллекционка. Да, сюда. На ровном месте у меня появился обалденный танк. Обалденный танк, да, к сожалению, он у меня уже когда-то был, естественно, я его продавал, потому что, на самом деле, ну, танчик стабильный, прикольный, поскольку он был раньше премом, я на нем играл, а сейчас, ребята, вот, сарямба, не сочтите за что-то невразумительное, я просто его продал, чтобы было больше голды, у нас 3848 золота, ой, поскольку я еще конта не убивал, давайте попробуем еще разок, просто открыть. Я не хочу много тратить именно на основе, но уже очень фартануло. Класс. Смотри, собери их все. Все. Давайте ценить то, что у нас есть, ведь... Ты еще золото сейчас надо вот... Раз. Два. Три. Вот тебе и собери их все. И у нас выпадает... Редкая наградка. Хорошо. Сейчас 1000 золота, либо танчик. 1000 золота. Ну и с последнего собери их все у нас выпадает. Так... Обычная награда. Ладно, ребят, в любом случае у нас 4628 золота, я в максимальном окупе. И буду в окупе, даже если крутану еще разочек за 355 золота. Все, ребят, я думаю, это последний раз, где можно максимум выжить. Ах, на самом деле, ребят, на самом деле... Так, секундочку. На самом деле мы проверим сейчас. А, тут есть проход за одно золото, все. Обалдеть. Давайте его... То есть, сейчас за 500 и за одно золото мы это все сделаем. Все. Я уже думал, нет такого. Класс. Так. Свободочка. Странно, ребят, то, что мне еще не выпало мистики, да? Ну ничего, мистический контейнер 8%. Раз. Два. Давайте на первую секундочку, как черные ящики. Возможно, мне повезет. Так, у нас выпадает. Ну ладно, хотя бы собери все, уже хорошо. Не судьба мистики не открыть. Давайте резко откроем. Что-то было или нет? А, ну хотя бы 28 косов водки сюда, красота. Ну все, что могу сказать, ребят, это обалденно круто, когда такое вот везение. Так, 3772 золота у нас есть, я в максимальном окупе, ждем следующий розыгрыш, а пока идем на следующий аккаунт. Ух, ребят, я уже думал, что разные розыгрыши будут начисляться, как раньше, но нет, на аккаунте девушки начислили такой же розыгрыш. И у нас есть только первый проигрыш, потому что золота у нее нету, но, возможно, продадим коллекционочку. Посмотрим. Фух. Ну, как всегда, сейчас у нее будут падать пока контейнеры, потому что это стопудово, потому что ей больше везет, чем мне.
Ну, именно на аккаунте. К сожалению, не выпало. Нет, ребят, все окей. Все стабильно, все четко. Так, ну, что могу сказать? Давайте, наверное, продадим танчик, который вот... Вот этот танчик, да. Я думаю, идее он не нужен, потому что она в основном тяжики. Самое главное, что унитаз есть, то есть уничтожитель. Все, ребят, смотрите. Я не буду слишком много крутить, чтобы сделать максимальный, так сказать, окуп. Фу. Так. Собери их все. Потом откроем. Посмотрим, что будет. Крутим до одного золота и за одно золото. Угу. Раз. Два. Три. Не, ну то, что мне на основе выпало, ребят, сертификат, это просто нечто. Мне давно так не везло на основе. Раз. Два. Может, здесь на вторую секундочку надо? Что-то вот на третью вообще... Что-то не то, ребят, вообще не то. Так, ладно. Ну давай, пожалуйста. Я хочу сделать девушке сюрприз. Выбей себе что-нибудь крутое. Вау, почему анимированный аватар раньше не падал, а сейчас падает по КД? И почему мне конты еще не выпали? Эй, сюда! Один конт только выпал, капец. Ладно, у нас выпадает. Ну вот, только этот контейнер выпадает. Раз, два, три. Будем надеяться на то, что сейчас три собери все, либо три мистика. Что-то, ребят, видите, максимально раскрутили девушки на аккаунте. Но ничего, танкисты, сейчас уже золото нам все равно дадут. Сейчас либо танк, либо золото. Да! Вот тебе открутка, а потом следует подкрутка за откруткой. Ребят, класс. А сейчас выпадает 1000 золота, либо... Два танка подряд, чего, просто чего? Поскольку я сделал максимальный окуп, продаем хотя бы вот этот... А, и тяжики нравятся, знаете. Наверное, тяжики продавать не будем, а вот эту вот СТ-шечку продадим. Она какая-то стрёмная. Так, ну и чисто, ребят, смотрите. Крутанем еще разочек, чтобы выпали контосы. Потому что это было, ребят? Два танка подряд девушки на аккаунте. Слава богу. Три мистика, отлично. Дальше на того уже не стоит, я думаю. Так, ладно, готовы? О, как раз три мистика не хватало, сейчас мистик третьего уровня откроем. Главное, чтобы она не знала. Раз, два, три. Так, ладненько, она как раз мне пишет, ага, ага. Ага, бустеры золота. Давайте еще разочек откроем. Так. Так, освободки. Я, конечно, все понимаю, но сейчас опять, наверное, открутка, а потом в третьем уровне мистика как подкрутят. Я промолчу, что сейчас подкрутят. Мистик второго уровня. Сейчас максимальная открутка, ребят, вообще. Давайте быстренько откроем. Так, ладно. Три дня према и мистик третьего уровня. Фух. Ну все, танкисты. Танкисты, это самый легендарный момент. Раз, два, три, поехали! Я не знаю, что сейчас выпадет, но надеюсь на самое лучшее. Блин, 14 дней према. Ладно, в любом случае, мы опупенно окуп сделали, продали один танк. Ладно, продали два танка, получили два танка, только один восьмого, один девятого. И при этом 5357 золота у нас в ангаре. Что очень капец как круто. Ладно, ребят, как вам такое, а? Нормально прокрут? Нормальный окуп, да? Все четко? Все, погнали на следующий. По такому случаю, танкисты, я взял, зашел на аккаунте кучу голды, и надеюсь, здесь тоже будет окуп, потому что, ребята, хочется вернуть голду не просто за просмотр рекламы, это очень долго я буду делать, хотя и так смотрю рекламу каждый день, чтобы вернуть эти 4000 несчастных голды, чтобы ровно было 300 тысяч золота к ноябрю, к тому месяцу, где будут мистики уже. Так, ладно, и у нас выпадает. Угу. Раз, два. Давайте вот так откроем. Ну, пожалуйста, выпадите. Мистики там, собери все три штуки. Странно, странно. Ну что, будем надеяться на лучшее, не переживайте. Как же вкусно. Ладно, просто подождем. Просто будем надеяться... Все, будем просто верить, ребят, до последнего. Нам повезет, мы сделаем окуп, ничего не знаю. Даже если сейчас не выпадает нам то, что мы хотим. Все, я ничего не знаю, у нас будет окуп, все будет хорошо. Все будет замечательно. Так, ладно. Даже если сейчас самый последний раз, ребят,
был просто, все выпало, кроме того, что нужно, но нам все равно повезет, не переживайте. Нужно просто верить, все получится. Так, собери их все. Последний прокут, танкисты, последний прокут. Слава богу за все. Так, у нас выпадает. Еще собери их все. Так, чу у нас. Сколько талисманов собери все? К сожалению, не хватает. Ну ничего страшного. Погнали! Залагало! Неужели танк? Да! Блин! КВ-5! Мне бы коллекционочку, ребята! Мне бы коллекционочку! Так. 28 тысяч свободки. Ребят, вы видели? Определенно подкрутка сейчас есть в игре. И обалдеть, как падают. Собери их все. Надо открывать как можно больше. Собери их все. Так, а мне теперь пришла идея. Может, на этом аккаунте собери их все открыть, друзья? Смотрите, просто... А, здесь только за 1500, да. В любом случае, ребят, мы сейчас можем за 500 золота открыть собери все, да? Потому что нам не хватает буквально сколько там. А, нет, не получится. Все, просто погнали на следующий аккаунт. Все равно КВ-5 выбили и на этом спать. Танкисты, зашел, короче, я на аккаунт, где... Ну, скиллист, мой твинкарь, да. И посмотрим, что будет, если за один прокрут мне реально повезет. Вдруг там поначалу не везло, а здесь поначалу наоборот повезет. Раз, два, три. Вот так вот просто. Раз, два, три. И у нас выпадает. К сожалению, ребят, нам не повезло. Едем на следующий. Ребят, вообще заметили атмосферку ангара? Она как будто мы реально на Марсе каком-то находимся, понимаете? И это очень прикольно. Так, ну что ж, розыгрыш, ребят, здесь даже на карра есть. Но опять-таки, еще 5 дней, мамочки мои. Ладно, в любом случае не хватает золота. Фух, поехали. Розыгрыш на самом деле реально крутой. Я уверен на 100%, что многим из вас тоже фартанет. Потому что, ребята, ну, такое чувство, как будто здесь запрограммирована подкрутка. Потому что такой простенький розыгрыш как бы уже был недавно, да? Но частенько просто. Вы видели, что мне выпадало. На основе выпал танк вообще. Крутецкий, сертификат прям. Ну, это ж капец, как круто было. На девушке, ребята, основе вообще выпал, знаете что? Целых 2 танка. Не просто танк, а 2 коллекционки. Это вообще топов просто. Так, ладно. А выпадают здесь максимально не то, что ожидаем. Но ничего страшного. Просто так же мы не могли слить золото. А нет, могли. Но ничего страшного. А нет, мы не просто так слили, стопен. У нас же есть собери все, точняк. Хоть нет талисманов, у нас есть собери все. И у нас упадает. Ну, ребят, хотя бы сертификат на 28 тысяч свободки. Тоже хорошо, очень даже хорошо. Погнали следующий аккаунт. Ребят, на этом аккаунте у нас 4459 золота. И мы уже хорошенько так позабавимся этим розыгрышем. Просто будем ожидать своей подкрутки. Так. С первого контейнера, точнее с первого прокрута, выпадает контейнер с анимированной аватарочкой. И это не то, что нам нужно. Однако, как всегда, мы уже знаем, что сначала открутка, потом подкрутка. Так, собери все. Вот видите, баланс вселенной зарулял. Зарулял, так сказать. Вкусно, ребята. Желаю вам тоже попить персиковый сок. Это очень вкусно. Так, ладненько. Ух ты, еще собери все. Неплохо, неплохо. Давай, 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 давай. Свободочка, все дела там. В любом случае, ребят, максимально выгодно это за одно золото. До этого прокрута заходите, его крутите и все. То есть, вот сейчас 500 и за одно золото. Контосы, ребят, максимально не падают. Но если упадут, это подкрутка. Это реально танки выпадают часто. Раз, два, три. Давай, падай. И у нас упадает. Я же говорю, максимально открученные конты, ребят. Значит, они максимально подкрученные на самом деле. Так, хорошо. Фух. Так, собери их все. 28 тысяч свободки. Класс. Хорошо. А сейчас что? Редкая наградка. В любом случае, ребята, покупаем за 1500 еще 3, собери все, потому что сейчас, возможно, нам очень повезет. Или 1000 золота получим в любом случае. Поехали. Давай, давай, давай. Ну же, ну же. Сейчас либо танк, либо 1000 золота. И нас упадает.
К сожалению, ребят, не танчик, но 1000 золота вернули. Ладно, что сказать, немножко не фартануло, едем дальше. А на твинке позитив без доната у нас есть, ребята, знаете что? Один проклят, к сожалению, но сейчас нужно сконцентрироваться на том, чтобы выбить просто 3 контейнера. По идее, на 3 секундочку они реально должны падать, смотрите. Раз, два, три, поехали. Потому что шанс почти 5%, но они обязаны просто. Как обычно, раньше же падало, сейчас выпадет. А сейчас просто берет и не выпадает. Зато, ребят, с одной стороны у нас уже 90 x3, x4 21 и x5 34. Вот благодаря таким розыгрышам я постоянно фармлю позитив без доната, где реально нужно прокачиваться постоянно. Очень легко. Вот так вот. Ладно, едем дальше. На этом же аккаунте 84 золота. Думаете, не повезет? А вот зря. Блин, реально не повезло. Ну и ладно, едем дальше. Я понял суть данного розыгрыша, ребята. Чтобы повезло, нужно слить реально прилично золото. Но, к сожалению, у нас здесь только 50 золота. Мы будем надеяться на лучшее. Погнали! Так, давай, давай, давай. Чё выпадет, чё выпадет? Ну же, давай! О, наконец-то! Хоть один собери их все. А тут одного и не хватало. Погнали! Так, давай, давай, давай. Есть! Сюда. Вот теперь мы прокрутим, ребят, нормально этот розыгрыш. А то вообще не хватает постоянно золота, все дела там. Надеюсь, что сейчас хватит именно даже за 500 золота. Посмотрим. Так, свободка. На тебе. О, 3 собери все, скипанул. На тебе. Ребят, а может мне всегда надо было скипать? Просто, мне сейчас так выпало, я подумал, может всегда надо было скипать. Так, а ну-ка. 28 тысяч свободки. Ну да, тут танк не выпал, тут уже что поделаешь. А вот мистический контейнер. На тебе. На тебе! На тебе! Блин! Не, ребят, а лучше нам не скипать такое дело. В любом случае, нам уже хорошо повезло. Поехали просто на следующий аккаунт. Мы прибавили себе 5 золота. Огуп невероятный. Ну, давайте проверим, что будет на этом аккаунте. У нас всего лишь 349 золота. Но я буду скипать. Так, ладно. На тебе! Да! 3 мистика скипанула. Ну, отлично. Отлично, отлично, отлично. Но мистики я скипать не буду. Давайте просто их открывать. Так, 2000 свободки. Понятно. Бывает всякое, ребят, бывает. 200 золота, оу-е. Кажись, сейчас еще прокрут сделаем. Так. И 75 тысяч серебра. Хорошо. Готовы? Погнали! К сожалению, нам немного не фартануло. Ладно, танкисты, что поделаешь. Больше нет золота. Поехали на следующий. Ребят, моя любимая тема, это типа, заходишь на розыгрыш, крутишь его, и вообще, в идеале, чтобы везло и окоп делать, но здесь не повезло. Едем дальше. Не парьтесь, всему свое время. Танк 8 уровня. Готовы? Погнали. Так, давай, 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 давай. Ну, блинчики, почему так вот часто? Вот почему вообще? Ладно, ничего страшного. Подумаешь, поехали дальше. Если б танкисты, я не знал, почему так бывает. Но я знаю, поэтому придется вам сказать. Потому что я неправильно открываю просто, и все. Чтобы вы понимали, вот вы заметили все моменты, когда я просто ни на секунду открываю, не скипаю, да. Просто так вот от винта открываю, и мне реально выпадает какая-то чепуха. Вот и все. А если открыть правильно, ребята? Раз, два... Три! Сюда! За 50 золота! Есть шанс отличный, что нам выпадет либо 3 собери все, либо мистики. Ну, хотя бы 1 собери все, это уже круто. За такую голду, ребят, это слишком круто. И как раз нам одного не хватало. Все, топчик! Отлично! 1000 золота, сюда! Так, ладно, а теперь будем скипать. На тебе! 3 мистика! На тебе! На тебе! На тебе! К сожалению, ребят, дальше не сильно фартануло, но 3 мистика есть. И на этом большое спасибо, ведь когда мы насобираем, ребята, вот это вот талисманы закроем, еще буквально один из контейнеров мистиков, и тогда мы 3 уровня мистика откроем на этом аккаунте. Это очень круто. Поэтому погнали! И мистики тоже, друзья, нужно открывать правильно. Вот сейчас 4000 свободки, вот кому они нужны? Раскрою вам секретик, я просто сейчас включу секундомер, и на секундомере, ребята, возьму... Вот, секундомер нормально, да, видите?
Так, что там? Слишком ярко, да? Во, секундомер. Так вот. Сейчас откроем просто на секундомер. Раз, два, три. На третью ровно секундочку. И у нас выпадает... Ну да, бустер золота. Это, конечно, бывает такое, бывает. Раз, два, три. Поехали! Так, давай, давай, давай. Два кособотки, блинчики. Видимо, просто не судьба. Бывают такие моменты, когда, что бы там ни делал, открутка есть открутка. Ну ничего, мы не сдадимся, все будет окей. Жалко, немного не хватает золота за один прокрут, за два золота. Жалко, не хватает голды нам. Ну ничего страшного, просто погнали на следующий. Ребят, на этом аккаунте золота вообще не было. Я открыл бесплатный контос, и даже самого маленького 110 золота выпало, капец. Не верите? Сейчас покажу. Ну и остальное золото я немножко на сливе ресурсов заработал. Вот, 110, и там, короче, слив ресурса, вот, 100 и 250. В итоге у меня есть золото, чтобы покрутануть прокрут. Класс, на тебе! Свободка, на тебе! На тебе! Да, сюда! На тебе! Вот, ребят, как надо скипать. Я скипаю на первую секундочку, но реально часто работает. Так, ладненько. А здесь собери их все, к сожалению, нету талисмана почти. Ну что поделаешь? Погнали! Одно я знаю, собери все в этом розыгрыше, подкрученные. Обычная наградка редко падает. А вот редкая легендарная, например, легендарная это танк. Эпическая это там свободки куча и так далее. Но в этот раз немножко не фартануло. Так, ладно, мистик первого уровня. И у нас упадает... ты чё, не понял? Как так-то? Раз, два, три. Зато, ребята, в следующий раз, когда выпадет три, собери все, нам выпадет уже что-то крутое. Вот и все. Раз, два, три. Мистики, понятно, что раньше были немного лучше, да? Но иногда все равно падают сертификаты. Раз. А, стоп. Это что, три мистика уже были? Капец, я даже не заметил, как открыл их. Ладно, такое тоже бывает. Ладно, едем на следующий аккаунт. Ребят, короче, надо заканчивать. Но сначала мы уже докрутим розыгрыш в последнем аккаунте. Короче, я только что посливал ресурсы, и прикол весь в том, что хорошо так выбил там, короче, тигра 131 и так далее собрал. Так, ладно. Трибут ангарчика, ксы. Так, стоп, на первую секундочку. На тебе! Раз! 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 Ну, давай уж, до конца так до конца. Блин, вот это вот зря было, конечно. Максимально открутили конты, но ничего, ребят. У нас есть, на счастье. К счастью, ребят, у нас 1000 золота выпадает, собери все. Так что все окей, хоть что-то остается. Ладно, ребят, давайте загадаем танчик, потому что я думаю, уже все, уже долго записываем. Время пролетело как 5 минут, на самом деле уже больше 20 минут. Загадаем танчик из дерева танков СССР. Этот танк будет 9 уровня, и я думаю, что этот танк имеет лобовую хорошую броню. Однако в НЛД танка можно рвануть боеукладочку, в лючок можно очень с трудом, но пробить можно. В корму башни тоже можно рвануть боеукладочку, и в борт корпуса, именно в НЛД танка вниз, то есть... Ну, не в НЛД, а то есть вот борт, да, с танка, и тут чуть ниже. Здесь тоже есть боеукладочка, по сути, она на протяжении в дне танка, вот так вот, длинная. Все, ребят, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Я вам желаю всего наилучшего, и вот ваши 10 комментов, которые уже давно щелкаются, и спасибо большое за то, что вы с нами. Будем постепенно, ребят, двигаться вперед, расти. Нас уже 68 тысяч подписчиков, скоро 69. Надеюсь, к Новому году будет 100 тысяч подписчиков, хотя не представляю, что это должно случиться, чтобы 100 было. Наверное, какой-то будет видосик классный, открытие там крутое. Посмотрим. В любом случае, желаю всего наилучшего, спасибо за просмотр, и ждите новые видосы. Покеда!